15 января этого года некоммерческое партнерство «Союз малых товаропроизводителей», можно сказать, в содружестве с производственной компанией «Конаковский фаянс» одержали победу в фонде президентских грантов и получили грант на обучение детей и взрослых профессии художник-керамист. Мы приглашаем всех желающих, как молодежь от 12 до 17 лет, так и взрослых от 18 лет, конечный возраст не ограничиваем, принять в конкурсе участие в школе художника-керамиста. 35 мест у нас будет. И с 1 апреля до декабря этого года мы проведем на базе производственной компании «Конаковский фаянс» обучение. Нам бы хотелось, чтобы люди без какой-то детальной вникания в теорию больше времени уделили практике. И по большому счету прошли весь цикл производства изделия и способны были снять форму, залить форму, собрать изделие, вот, покрасить изделие, обжечь его. То есть тот пакет знаний, который можно приобрести только при помощи действующих художников, которые знают, как работать с красками, действующих мастеров-модельщиков, которые знают, как снимать модели. Углубление знаний теоретически – это вопрос вечный, то есть можно учиться всю жизнь, постигать эту керамику. Это очень сложная, интересная вещь. И имея практический базис, это сделать гораздо проще. По итогам обучения, которое закончится в декабре этого года, с финалистами и победителями, мы готовы как заключить трудовые договора для работы в нашем предприятии, взять в штат на работу, как заключить договора сотрудничества, если кто-то будет что-то делать там дома, у нас есть где продавать это изделие. Для студентов, для молодежи вообще особые условия. Значит, те, кто пожелает продолжить обучение в профильных учебных заведениях, мы готовы предоставить всех наши площади, материалы, краски бесплатно. Практику, если такие желающие будут.